Друзья, с вами снова Demnata Space, и сегодня у нас в рубрике сравнения три моих Лего Бэтмена. И сегодня я буду сравнивать именно эти три версии, потому что больше у меня Бэтменов попросту нету. Да, ну, так как вам понравилась прошлая часть рубрики, я ее давно не делал, решил сделать ее опять же на минифигурке. Но следующее, обещаю, если кому-то минифигурки не нравятся, будет на наборы, правда, я еще не знаю какие, возможно, Star Wars. Да, я сделал рубрику сравнения на Star Wars. На какой Star Wars, я подумаю, но оно будет, скорее всего, скоро. Ну, давайте же посмотрим на Бэтменов. Значит, у меня в коллекции три Бэтмена очень мало, я знаю, но я не особый фанат супергероев. И Бэтмен — это мой любимый, ну, если не любимый супергерой, то DC мне нравится больше, чем Marvel, поэтому у меня Бэтменов три, а из Marvel у меня почти ничего нету. Ну как, Спайдермен есть, потому что Спайдермен тащит, ну и все, в принципе. Но Бэтмен, он суровый, он жестокий, он поэтому рулит. В общем-то, у меня имеется Бэтмен в таком черном своем оригинальном костюме. Обычно, в принципе. Он у нас из Super Heroes какого-то там набора. Выглядит он вот так, в принципе. Два лица. Имеется бандана, которая символизирует его глаза. Вот, вот так вот. И также имеется принтинг на туловище и сзади. Ну, его мы сравним, наверное, с вот этим Бэтменом. Он у меня эксклюзивно из книги. Это Бэтмен в электрическом своем костюме. Он очень красивый. И, как вы можете видеть, он везде пропринтен. Его электрический сьют выглядит именно так. Лицо, в принципе, у него точно такое же. Маска с таким ободком наверху. Но минус этого Бэтмена — это то, что если вы маску эту вниз слишком продавите, то будет он выглядеть вот так. Ну, скажите, не клёво. Потому что, насколько я понимаю, фигурки, которые в книгах, их по большей части делают в Китае, поэтому они не так высококачественно сделаны. Ну, они, как вы можете видеть, различаются существенно. Ну, как бы, маски даже, по-моему, тоже разные. Или одинаковые. Нет, маски одинаковые. Но само качество создания, конечно, варьируется. Далее у нас имеется уже последний, это Arctic Suit Batman. Бэтмен у нас арктический, из набора с Мистером Фризом. Также он у меня давно. Он у нас чисто белый. Он очень красивый, очень нарядный, этот Бэтмен. Сзади также имеется принтинг, и, наверное, это мой самый любимый из всех этих Бэтменов. Потому что, черт возьми, он выглядит действительно очень-очень красиво. Хоть он и просто белый, но Бэтмен заслуживает уважения. То есть это, в принципе, опять же, тот же самый Бэтмен, даже... Нет, пропечатки различаются, вы можете видеть, у этого ремни такие, у этого другие. И мускулатура немного иначе пропечатана, но символ Бэтмена, в принципе, такой же. Что насчет заднего принтинга? Сейчас глянем. Задний принтинг тоже, опять же, различается. Пишите в комментариях, какой Бэтмен вам больше нравится, потому что, я не знаю, мне кажется, что белый, арктический Бэтмен, он самый красивый. Я ему плащ помял, конечно, зря это сделал. Эх, ну ладно, собственно, с таким плащом он у меня будет. Нет, надо как-то его изменить. Так, надо будет после съемки реально изменить плащ. В общем-то, вот такие вот у меня три Бэтмена в коллекции имеются, немного согласен. Ну, буду стараться как-то эту коллекцию расширять. Ну, главное, что у меня есть основные. Это черный Бэтмен, который именно вот Бэтмен. Есть арктический, который мой любимый. И есть электрический, который, ну, в книге попался. Пишите в комментариях, какой Бэтмен вам больше всех нравится. Потому что они все разные на самом деле. Ну, мне кажется, арктический он самый такой, знаете, нарядный. Ну, в принципе, на этом все. С вами был я, Demnata Space. Всем желаю удачи и пока.